В повестке совещания два вопроса: работа с обращениями граждан в социальных сетях, а также на портале «Добродел», и безопасность дорожного движения. Состояние дворов и территорий общего пользования, электроснабжение и автомобильные дороги – эти категории чаще всего выбирают жители Одинцовского района на «Доброделе». 3412 жалоб с портала сейчас находятся в работе в администрациях городских и сельских поселений муниципалитета. Из них чуть более 500 повторных и почти 1500 с отложенными сроком исполнения. Когда мы рассказываем про ямы, которые будут ликвидированы в декабре 2019 года, это чистейшая воды отписка. Так точно не пройдет. Давайте, хоть объем большой, но все проанализируем все отложенные сообщения. И там, где я увижу отписки, там мы поставим все это в график, дадим четкий и понятный ответ глав под личную ответственность, переформатируем. И все программы озвучим тоже населению. Одна из главных тем постов в социальных сетях – несвоевременная уборка снега и, как следствие, лужи, которые образовались в результате кратковременного потепления. Надо просто убирать быстрее, чаще, эффективнее, тогда не будет никаких луж, ничего не будет таять, никакие навалы не потают. Мы с вами это обсуждали на встрече с подрядчиками. Каждый подрядчик, работающий на территории Одинцова, должен увеличить количество техники и в разы увеличить количество людей. Изменить подход к работе коммунальные службы должны в течение недели. Безусловный лидер по числу сообщений в социальных сетях – вывоз мусора. Пока соблюдение графика от русского регионального оператора добиться не удалось из-за нехватки техники. Техника, которая должна была в полном объеме появиться на территории нашего района, она не появилась. Мы видим некий график по поступлению этих машин, которые будут обслуживать наши контейнерные площадки, но пока график не соблюдается. Очередное обещание слышали сегодня о том, что в ближайшее время поступит 17 специализированных машин, которые будут убирать эти контейнерные площадки. Если компания-оператор не наладит свою работу в ближайшее время, будет рассмотрен вопрос о расторжении с ней договорных отношений. Решение острых проблем, которые обозначают жители в своих обращениях, глава Одинцовского района будет держать под личным контролем. Евгения Августина, Денис Харламов, Евгений Муравлев, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».